Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Мы сегодня приехали в деревню. Достаточно заброшенная. Такой дом. Это дом бабушки моего друга. Друг вот там, если что. Лет 40 назад здесь жила бабушка с дедушкой. И дед был охотником. Вот. И периодически устраивал дебош. Кричал, стрелял. И бабушка спрятала где-то ружье. То ли в доме, то ли в колодце, то ли где-то на участке. Может быть, закопала. Короче, мы взяли магнит. Сейчас и дом проверим, и по участку походим. Задача — найти ружье. Погнали. Иди, открывай, пошли. Я открыл. 100. Воу. Не, дому сотка. А, то есть он раньше был... А, вот эта вот старая часть дома, а там да, снаружи там подстроено. Новая. Я понял. Вон, даже печь еще осталась. Ну, давай посмотрим. О! Ничего себе, друзья, вы смотрите, что тут вообще. Вот печка, да, была. Разбомбили. Телевизор. То есть тут мой дед и прадед. И дед, жили. И прадед тут жили? Да. То есть здесь бабушка, это со стороны. Блин, бочки, бабушки. Смотрите, крутые. Очуметь. Реально, вообще. Слушай, бочки восстанавливать надо. А это, смотри, у тебя бабка ведьма была, Тимох? Нет. Ну, просто ступа. Ступа прям в музей можно, смотри. С ручкой, все дела. Вот это, Тимох, у тебя тут сокровище. Ручка огромная вообще. Прикольный у тебя дом. Чемодан. Смотрите, какой. Тут не провалиться никуда, их чтобы, главное, не рухнуло ничего. Что в чемодане-то лежало вообще, кто не знает? Ружье. Нет, тут какой-то инструмент. Так, бочки что? Бочки. Водочка, юбилей. Тряпки, банки. Так, ну с этой комнаты понятно все. Потому что надо на чердак залезть. Вот мне кажется, если ружье есть, то и на чердаке. Видишь, это для оплётки корзин. А, корзина прилитовая? Да. Ничего себе, тут прям целый промысел. Перемещаемся в следующую комнату. Там подвал обрушился. В подвал полезем? Он обрушился. Обрушился? А, он каменный, смотри, да. И завалился. Слушай, ну дом реально старый. Этим прищепкам 100 лет? Нет, этим прищепкам не 100 лет, они пластмассовые. Точил. Смотри, вот ножик старый. Да, нож. Не, вот эта часть, вот это, да, старый дом. Это может быть, в принципе, 100 лет. Ну, такой деревенский домик. Ложка. Слушай, тут отопление, да, прям все по делу. А что тут не живешь, Тимох? О, печка, кстати. Вот тут мог бы спать, Тимох. Нормальное место. Кровать есть. Блин, шифонер какой, слушай, крутой. Надо у тебя забрать шифонер в музей. А тут есть что? Пуговица. О, это от этого, от школьного костюма. Кто помнит, друзья. Это надо было натереть вот так вот. Об стену, об штукатурку, потом можно синяк нарисовать. Еще какие-то. А вот шпулька. Тоже артефакт крутой. Пусто. Печка. Что это за комната какая-то странная. А здесь дрова хранили. О, тут прям прикольно. Смотрите, радио. Розетки. Розетки старые? Полезные советы. Класс. Газель перевозка. Будут ли липчане платить налоги? Такое вообще. О, еще одно радио. Еще одно радио. А что это такое, смотри? Это типа наковальня, что ли, или что это? Ну, из чего могли? Даже из чего это сделано, просто интересно. Смотри, друзья, какая штука прикольная.
газеты, газеты. Ружка. Ну что, где ружье-то? Я не пойму. Почему ружья на полу наваляются? Класс! Класс! Смотрите. Улицы какие. Вот замки. Нужны? Вот ножик. А, штангенциркуль. Вот, кстати, монетка советская. Магнитосина, мы деньги нашли, друзья. Класс. Так, монетка уже хорошо. Тимох, на. Мы богаты. Так, 10 копеек 76-го года. Нормально. Спутник. Есть еще деньги? Кто-нибудь видит? Есть пачками, да? Не, ну монетку нашли, народ. Уже как бы не зря ехали. Это вот что такое? Паспорт на часы-будильник. Тимох, нам нужны часы-будильник. Мы нашли от него паспорт. Если есть паспорт, то есть и часы. То есть и часы. Смотрите, какая. Класс. Так, посмотрим, что на полочках у нас. Настойка боярышника. Настойка боярышника, друзья. А вот тут что завернуто? Так, что-то завернуто. Иди вот это вот разверни, вот это. Давай посмотрим, что такое. Ну, тут явно ружья нет. Но что-то может быть ценное. Давай, 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 давай. Гвозди. Гвозди. Маленькие. А это вот что за комната, Тимов, была? Ну, не, жизнь, чувак. Спальня. Спальня? Вон будильник, кстати. Сейчас мы здесь посмотрим сначала, потом пойдем за будильником. Вот это что-то... Я нашел клад, народ! И будильник нашел, и клад нашел. Да, пойдем покажу. Смотрите. Ё-мо, чуть упал. А? Слышали звон монет? А? Слышали звон монет? Смотрите. Вот это мы сейчас скроем. Ух, ничего себе, тяжелый. Тяжелый золотой поход. Вот будильник. Заря. Это от него были документы. И смотрите, сколько денег. Нам нет цепи. Нет, это не советские, это не советские, это 90-х. Во, 50 рублей. Вообще. Крутяк! Я никогда сразу столько денег в заброхе не находил. Класс, да, народ? 50 рублей. Так, давай, распечатывай. Вот. Захар. Так. Слушай, Тимох, я украду у тебя будильник, можно же, да? Ты прости. Деньжище-то сколько? 5 рублей. 10 рублей. Так, интрижка. Что же? Что это? Это... Это... Это лопатки. А для чего? Какой лопатки? Это ножи. Серьезно? Ну да, это ножи, типа, блин, они вообще острейшие. Это этот, типа, отрубанка. А-а-а. Заворачивай обратно. Крутая штука. Так, что там еще? А ты, Макс, лазил, да, уже по этой полке и денег не нашел? Не нашел. Ну, потому что не умеешь искать деньги. Вот, смотрите, какие красивые. На, смотрите, что еще. Что это такое? О, ничего себе. Смотри, какие сверла. Вы гляньте, народ. Перья, перья, сверла. Какие крутейшие. Так, друзья, у нас есть магнит. Есть вот такой вот колодец странный. Попробуем проверить. Это что слив. Такое? Это не слив, это... Короче, смотрите, друзья, какая конструкция. То есть ведро падает, колодец узкий. Ведро падает, и это клапан. То есть ведро набирается через клапан. Ведро набирается через клапан, потом раз и поднимается. Видели хоть раз такую конструкцию, нет? Я нет. Сейчас магнит туда швырнем. Так, ну что, как делаем ставки? Есть что в колодце или нет? Ну, он бездонный. Бездонный? Ну да. Томат в конце? Ну да. Ну что, проверим. А, ну что, ну глубина тут большая. Ну глубина прям реально большая. Ну, прикинь, вода. Чистейшая вода. Мы попили бы сначала. Помыл. Опа. Опа, чистейшая вода у тебя. Чистейшая. Вот, понял.
А откуда пробочка? Из колодца, придурок.